В городском округе продолжается месячник по благоустройству. Коммунальщики приводят в порядок памятники, дворы, фонтаны и остановки. Вот рабочие обновляют краску около железнодорожной станции Химки. Для более качественного результата остановки предварительно отмывают от грязи, а также снимают верхний слой покрытия. Напомним, в городском округе установили около сотни новых остановочных модулей, на остальных краску обновляют регулярно. Так что после окончания пандемии горожан встретит чистый и обновленный город.